Полина пытается вернуть у гадалки деньги Татьяны, ей помогает в этом Виктор. Ксения и Татьяна решают свести Глеба с Полиной и договариваются на совместный ужин. Но Глеб не приходит, Лапин переносит Петру Ваевичу компромат на Жанну. Жанна назначает Лапину встречу с Генрихом и фотографирует ее. Мэр приказывает полковнику ОВД закрыть расследование отравления детей в детском доме. Официальная версия отравления произошла по вине фабрики. Полина и Виктор пишут в социальных сетях истинную версию отравления. Полина начинает понимать, что ей нравится Виктор. Мэр узнает о том, что в сети гуляет вовсю информация об отравлении детей капустой.